Справку из БТИ теперь можно заказать на региональном портале госуслуг. Речь идет о копии техпаспорта, оценочной или иной учетно-технической документации. Для этого нужно иметь регистрацию на портале, далее заполнить форму заявления и отправить запрос в ведомство. В зависимости от вида справки, срок получения может сократиться с 30 до 15 дней. Кроме того, на некоторые виды услуг действует скидка 30%. Ранее для того, чтобы получить эту услугу, гражданину было необходимо посетить ведомство, заполнить форму заявления, там же оплатить и через 30 дней вернуться в ведомство, чтобы забрать результат. Сейчас же через портал госуслуг можно обратиться с заявлением на получение необходимых документов, там же оплатить госпошлину и получить результат в удобном многофункциональном центре МФЦ.